Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня мы отправляемся на фабрику янтаря. Как доехать? Если ехать из Светлогорска, то автобус 286 от пансионата Янтарь. И приезжаем сразу вот к комбинату. Остановка. И выходим. Мы прошли на комбинат, купили билет. Включили видеозапись. Слушаем историю комбината. Дима, видишь, какой необработанный? Вот оно. Угу. Прямо медовый, да? Вот с корочкой. Красота. Вон, видишь, янтарная крошка, или как ее называют? Наверное, или пудра. Что-то такое, да? Брошечки. Вот, с реку браслетик классный, да? Угу. Да, такой камушек на подставочке. Классный. Так, это мы находимся в музее янтарного комбината. Станки для обработки. Видишь, как обрабатывают янтарь. Видишь, как? Классно. Вся в янтаре стоит. Белый молочный благородный янтарь.
стола реликтовых сосудов. Международной нейрологической технологии подходит тренировка класса, продвигается в 10 метров. Верхняя часть толщиной 25 метров. Первый. Но перед тем, как туда попасть, крупная фракция янтаря вручную отлавливается с помощью сачков. Благодаря этому крупные куски янтаря не проходят через рабочее колесо насоса и не транспортируются по пути проводов, а следует не подвергаются механическому воздействию. Сам слой тренозной породы представляет из себя песчано-глинистую смесь, состоящую из кварца, прямого хвата и вулкани. Так это есть море? Ага. Карьер? Сверкание якоря колеблется от 800 грамм до почти 3 килограммов на проболевшем. Следующий этап называется обогащение. Землесос перекачивает по трубопроводу путь из карьера на узел обогащения. Длина трубопровода более 1,5 километра. Подъем совершается с отметки минус 14 до отметки плюс 27 метров над уровнем моря. Поступивший на вызов обогащения материал поступает на шпальтовое сито и кровь питания. За счет этого более 90% пустой пульпы выводится из процесса и сразу отправляется в зум перекачивающего землесоса для последующего складирования в хвостохранилище. Далее пульпа поступает в барабанные сепараторы, где за счет поддержания определенной ее плотности происходит эффективное извлечение янтаря. Извлеченный янтарь непрерывно подается в промывочный барабан. С помощью данной технологии извлекается весь янтарь размером крупнее 2 мм. Янтарь – единственный в мире минерал, называемый удельно легким. Его удельный вес почти равен весу воды – 1,5 грамм на сантиметр кубический. Ни теория, ни способ, ни аппарат, ни опыта на пыщи для обогащения этих минералов в мире не существует. Далее, при подготовке к сортировке, янтарь, поступающий с узла обогащения, проходит предварительное закачение. Фракция минус 27 метров проходит узел. Затем высушенный янтарь погружается в ванны с водой. Щиповые ванны, где он тонет, коллекты примесь, щипа, всплывают и удаляются. После этого янтарь подается в ванны с поваренной солью, тонут тяжелая примесь и гниль. Янтарь повторно высушивается в специальных печах. Более щадящий режим. После просушки рассортированный янтарь дается на склад готовой продукции. Что касается запасов камня и перспектив комбината. В настоящее время янтарный комбинат имеет лицензию на разработку двух месторождений янтаря – Приморского и Пальмикинского. На Пальмикинском месторождении разрабатывается проектная документация для проработки оставшихся... Что можно приобрести? Девочки. Экспонаты. Интернет, смотри, какая класс. Класс, где? Угу. Саму, когда-то нас принимали.
с этой стороны рядом с кровью дракона представлено сердце. Обратите внимание, действительно очень похоже анатомически на человеческое сердце. А вот кровь дракона, выразите, выделяется из зола, да, благодаря своему цвету. И, конечно же, название получил благодаря своему цвету. Самый большой в нашей коллекции – это губернатор. Вес чуть больше 3 кг. С ним связана довольно забавная история. Наш губернатор области. Да, обработка ядря считается тессованием. Тессование получается благодаря тому, что ядра из малого ядра тессажа до ядрального пыта. Ее помещают в различные формы, отправляют под пресс, нагревают в печах от 260 градусов. Дальше калиброванный. Да. Готовка. Янтарная мука. Янтарь дробленый для прессования. Прессуем, так и все потом делаем. Янтарь отшкуриваемый. Дяденька, сидка, дяденька, хлеб. Все-таки была проведена достаточно диалогия, я дать хорошую семью, он действительно рекламировался, наверное, в каждой семье постсоветского пространства и после янтаря. Самая знаменитая янтарь у нас большого брошечки. Да, и вот чтобы лечить, нужно покупать необработанный янтарь. Он будет нагреваться. Партия сказала, что нужно создать шедевр, то шедевр должен быть создан. Вот он у вас находится с свинами. Здесь у нас представлена карта Калининградской области, выполнена полностью из янтаря. Зеленый цвет, ну и в самой линии карты вы можете увидеть, чем была богата, чтобы показать Советскому Союзу новую карту. Представляет нам также изделие 50-х годов. Здесь вы видите, что ставку делает именно на безобразный тест, который работает легче. Здесь мы включили руку, отправили в пресс, нагрели и получили уже готовое изделие. И вот такой яркий пример нашей мышки по краям. Если в нем есть такая природная щель, то, конечно же, цена будет достаточно высокая. Так, Да, это
верхняя часть – это белый янтарь, и сами органы – это кусок. Очень интересно. Екатерина, вторая линейка. Замок усилий. Королева. Елизавета. Ну, будем заканчивать нашу экскурсию. Так как мы находимся в поселке Янтарный, мы решили прогуляться до моря, потому как в поселке Янтарном самые чистые пляжи во всей Калининградской области и песочек. И вход в море тоже песочек, не каменистый. Немножко покажем вам море. Сейчас прогуляемся. А на этом у нас все. Возвращаемся в Светлогорск. Всем пока-пока. До новых встреч.